Ну що ж, друзі, ми раді презентувати вам наших гостей. Так, з нами сьогодні Сергій Мельников та Олег Кошовий. Вітаю. Доброго вас. Ранку. Добрий ранок. Олег є режисером вистави російської, це звучить так, «Мужчини на снасях». Українською «Чоловіки при надії». При надії, так, що означає. Боже, як звучить, а Сергій виконує одну з головних ролей. Доброго ранку, як у вас настрій, як справи? Настрій у нас прекрасно. Відчуваєте вас? Удобні. У нас же спектакль на русском языке. У нас предпрем'єрний настрой. Ми кожен день много репетируємо, много работаем. І тому в 8 утра, практично 9, это настрій. У вас вже старт починається. Для нас це рано, тому що ми до часу двох ночі пишемо сценарій ще. Тобто ви ще дороблюєте за тиждень, наскільки ви будете? Правда, це процес творчий. Ну, на самом деле, сценарій якби є, це вже момент зв'язаний. Основа є. Основа є, да. Повністю. Тобто, це моменти, які зв'язані з тим, що подобається, як говориться, на ногах, що не подобається на ногах. Мужчини на снасях, так, чоловіки при надії, це означає, що вони вагітні. Чи я не так розумію цей вираз? Це образне вираження. Так. Потому что у нас каждый персонаж, который вот, да, открывается зрителю, он по-своему беременный, но беременная голова у мужчины. Женщины умеют делать беременную голову мужчинам. Ну, не завжди, не завжди. Обстоятельства не настолько, да. Все-таки нам нужно, чтобы люди к нам пришли, и женщины тоже, поэтому не только женщины. Сьогодні без зайвих жартів, так? Так, и обстоятельства, которые в современном мире делают беременные головы мужчинам. Нужно решать проблемы, вопросы, задачи. Что ж это за обставины, які розглядаються, і скільки взагалі у нас ще акторів? Олег. Не, ну, да, про актеров. Это очень важно, потому что актерский состав у нас разный, поэтому у нас как бы есть, да, творческое объединение. Обычные люди, которые зародились на базе концерт-холла «Юность», благодаря Захаровой Юлии Викторовне, которая дала нам мощный толчок и поддержала наши начинания в концерт-холле. И мы начали делать свой продукт и приглашать разных людей. У нас и профессиональные актеры, и спасибо Свистуну Артему Александровичу, который разрешил воспользоваться возможностью, да, пригласить народного артиста Василия Георгиевича Стафейчука, который играет главную роль практически. Все серьезно? Да, все очень серьезно. Это, ну, невероятно круто для людей, которые не являются профессиональными актерами, поработать с такой величиной, скажем так. Принять певний досвід. Не, ну ты первый раз, когда приходишь просто на репетицию, смотришь, как Василий Георгиевич делает свою работу, ну, играет, и понимаешь, что, ну, вот я реально живет по лицам. Живет. Я по лицам молодых ребят наших, и как бы сам я уверен, что у меня было такое лицо. Тоже я видел, что это просто было вот так. Здивування таке. Це не здивування, це більше понимание того, як має бути, так? З ким ти вийдеш на одну сцену, і понимание того, що це невероятно круто. Ну, я думаю, хорошо вписались ребята з івент-агентства і команди КВН «Первое свидание». И Виталик Пак, и Миша Рябаконь, знаем, да, Саша Коваль. Это все, в принципе, наша сценарная группа. Вот. Ну, Алексей Павлищев, вы его прекрасно тоже знаете, это, да, тоже из профессионалов. И также у нас еще Ваня Момот, человек, который ездит по всей стране, и не только нашей, и с антрепризами, например, такими как «Мастер и Маргарита» и «Собачье сердце». Ну, то есть, есть у нас люди, которые, для которых это профессия, для которых это, ну, профессионализм невероятный, и есть те, кто старается к ним немножечко подойти. Да, и людям, мне кажется, будет интересно. А расскажи, пожалуйста, про жанр. Это комедия, насколько я разумею, так? Да, это комедия, но мы, опять же, ставили целью, знаете, развлекая, поучать, не поучать, научать. Философским подтекстом таким, так? Да, подумать. Чтобы люди не только посмеялись и отдохнули, но еще задумались над какими-то вопросами, з якими сталкиваються. Сергію, над якими питаннями задумується ваш герой? Ну, ви нам можете розповісти? Ні, ну почему могу. Над вопросами современного мира, и, ну, как я его для себя вижу, это человек, у которого когда-то было любимое дело, и он, ну, учился на это любимое дело, но современное общество и мир заставляет человека бросать это ради того, чтобы, ну, по его мнению, там, неважно, или по общепринятому мнению, для того, чтобы зарабатывать большие деньги, для того, чтобы жить
опять же, лучше, хотя не факт, что это лучший. То есть, ну, вот такие рассуждения. Є Twenty One Pilots, відомий американський гурт, який нещодавно був в Україні. Пісня одна схожа на цю тематику, і там є такі слова «Wake up, you need to get money». Типу, прокинься, тобі час заробляти гроші. Ну і, соответственно, коли він починає заробляти ці великі гроші, він заробляє їх немножко, не стесняясь в тих средствах і цілях, яких, ну, це крупна, по моєму взгляду, він роботник. Ну, крупна корпорація, яка заставляє його, ну не те, що заставляє, це його робота. Він абсолютно привикший до того, що рішається ця проблема, її треба вирішити. Якими способами, не важно. Ну, об этом п'єса, да, я хотів доповнити, Сережу. Якщо можна коротенько, так, і давайте ще нагадаємо, коли и где відбудеться сам захід. Мы не с пустыми руками пришли. Мы хотим вас пригласить на наш спектакль 7 марта в концерт «Хули юность» в 19:00. А как, поскольку Бог любит Троицу, вы кого-то возьмете еще. Дякуємо, дякуємо. Да, это вам. Приймай. Да, еще хотел дополнить, что все-таки сам спектакль наш о том, что несмотря на жизненные обстоятельства, да, несмотря на какие-то суровые обстоятельства, человек всегда остается человеком. Человеческие качества всегда побеждают любые какие-то обстоятельства, которые его загоняют. Ну, в общем, у меня негативный персонаж в начале, а каким он будет в завершении пьесы? Может, он все-таки выправится? Это будет еще. Нет. Друзі, дякуємо, що завітали до нас, бажаємо вам успіхів. Мені дійсно подобається, що у нас театр виходить за межі театру, можна так сказати, і він розвивається. Дякуємо, що завітали, бажаємо вам творчих успіхів, натхнення і повних-повних залів.